В России погода бьет рекорды со знаком минус в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Во многих регионах температура на 10 градусов ниже климатической нормы. В Новокузнецке на этой неделе зафиксировали самую низкую температуру за всю историю метеонаблюдения – 40 с лишним ниже нуля. Очень холодно и в Новосибирске. Не выдерживает даже металл. Специалисты постоянно осматривают железнодорожные рельсы, чтобы своевременно заметить возможные повреждения. Аномальные морозы также в Хабаровском крае, даже в центральных регионах – минус 50. В Челябинске уже третий день отменяют занятия в школах. А в Курганской области из-за холодов объявлено штормовое предупреждение. На ряде трасс ограничено движение транспорта. А жена американского консула в Екатеринбурге поделилась в социальной сети своими впечатлениями о российской зиме. Это самая низкая температура, которую мне довелось испытать. Я очень восхищаюсь людьми, которые живут здесь, в Екатеринбурге, и сталкиваются с такой погодой из года в год. Я бы так не смогла, наверное. Это очень сильные и дружелюбные люди, и кажется, что они легко переносят весь этот холод. А в интернете набирает популярность флешмоб «Дубак Челлендж». На сильном морозе надо выплеснуть стакан кипятка, так чтобы вода замерзла в виде ледяных кристаллов. Результат фотографируют или снимают на видео и выкладывают в социальных сетях.